Вот такой этот план. Вот такой вот план. Вот такой этот план. А вы не боитесь через грудь улететь? Нет? Так же у меня только я заднюю подножку. Я понимаю, а жопу у вас нет. Менюк, менюк. А вдруг он не понял меня? И как забить дятел, блядь? Ему сильно хватит, чтобы понять. Серега, когда будешь лететь, блин, поздно будет думать. Ты где? Взял захватыш? Не толкай его туда, он же идет на тебя. Сюда его заводи, сюда его заводи. Вот, заводи сюда. Оп, зашел. Оп, отсюда. И отсюда раз, 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 раз. Джой. А? Скоро будешь как попов. Только на красивых местах. Да? Да. Еще потренируешься, ты что-нибудь сломаешь? Ну, ну, нет. А что здесь делать? Только с высшим образованием надо получать. Серега, заходи, заходи. Чуть-чуть назад. Назад надо тянуть. Попов. Видишь, мах ногой. Как я тебе говорю, не поднимай ногу так высоко. Серега, не привыкай делать неправильный захват. Он тебя не бросит. А на соревнованиях тебя возьмут и через грудь запустят. Потому что ты подумал, что... Маты. Еще раз, ребята, не смотрите на противника, что он слабый. Думайте, что это хороший противник. Призер республики, призер города. И вас за эту ошибку накажут. Перешли, давай, боец. Оп, оп, баскетбол. Ты сидишь? Туда. Сильвию, ассоциацию. Джимен. Возьмите хороший захват. Повыше, повыше, поближе его. Ай, как в страховку уйдет. Ты чё, а? Ой, как мяч, видел? Ниже. Вот всё сюда падает. И не держи его, да. Держите, чтобы он вас не держал, не тянул. Гена, ты вот так, он тебе как даст по ногам в ответ, блядь. Или правильно подсекай, или не подсекай, потому что... Знаешь, один тут как дал с ноги, блядь. Кажется, он... Руку вниз, Гена, не давай ему цени гыту, блядь. Локоть вниз его опусти. Макс, 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 вот так аккуратненько. Просто ты пойдешь на Чебоярского, я голова так вижу. И все, блин, как попик там. Сохрим, блин. Вот как дал ему перебью. Чебоярского, блин, до сих пор там голова пишет, блин. Как до сих пор вот у меня перебежал. Матея, Марк, шпагат. Видишь шпагат? Вот он отошел тебя в подсечку, ты раз и упал. Поклонились, перешли. Хай поступай. Вот они, и высокие, и маленькие, и квадратные, и здоровые, и новички. Чемен? Куда, эй, куда прыгать? И он так не может.
может упасть. Тебе тяжело делать. Серега, скажи, чтобы... Сережа, тупой, скажи, чтобы он не тянул, он падаешь на руки прямые. Матэ. Так. Все ушли. Макс уходит к Гене, Сережа идет в Попович. Сможешь? Посмотрите. Макс. Ага, хорошо. Послушайте, вот вы ни разу не сделали переднюю подсечку. А почему? Ну, кроме того, что мало отработали еще, для передней подсечки нужен совсем другой захват. Какого? Вот это передняя? Да. Задняя, передняя подсечка. Это идет. Ребята, я сам летел. Знаете, как летел? Мне даже подсечку не сделали. Не один раз показали заднюю. Второй раз, третий раз. Так как я старый, я уперся. Хья! И повернулся на подсечку. Я сам, как птичкой, полетел. Приготовились. Вот, посмотрите, как они стоят. Вот, смотрите, как ребята стоят и как вы. Вот сразу видно. Серега грамоты имеет. Второй Серега, борода, выиграл. А вы как некрасиво стоите. Фу на вас еще раз. Оба работаем. Джимен. Только заднюю подножку, переднюю подсечку. Ну, Серега, такое может еще что-нибудь выдумать. Какое? Будьте все равно внимательны. Какой? Попович, блин. А, через... Он же отлично учится, да. 10 часов компьютер у него включается сам. У меня как... 12 выключается сам. Сережика, не забывай, что нырять нельзя. Голубой просто в этот. Уприз в плечо. Лайс консорта Мэкли. Сережа. Стоишь на краю. Стоишь на краю. Еще раз, Сереженька, смотри, ты нырнул головой, вспомнил, что нельзя, я остановился. Не нырнул, было тебе уже вряд ли бы сделал сзади. Не ныряй. Нельзя нырять. Лук-то джудо. Нырок шида. Дой нырок, шида, еще нырок, еще второе шида. Третье, четвертое, концов помахи. Ай-ай-ай-ай-ай, Сереженька, доставай ручку, делай заднюю подножечку, дергай его, бери захват, Попович. Цени приза, дергай его. Да он длинный, не смогу сделать. Блин, он высокий, ты хотел сказать. Стоп, блядь. Пацаны, принеси туники. Давай, пускай. Вот, спасибо. Я бы искал, блин. Юрий Саныч, спасибо, пацаны. Просто вы меня спасли, блин. Ай, Диана, не вижу. Марк, вот дизайн. Передняя подсечка, задняя подножка. Ну, Серега, ты уже в захвате проиграл. Прыгай. Сереженька, ты в захвате проиграл, рука низко стоит. Сверху. А потом, если тебе голова не ныряй, приз плечо. Кто взял захват, тот и выиграл схватку. Шарик, как он туда захватил. Вот тебе упрись головой в плечо, головой. Вот она, да. Вот и подсечка. Прыгай. Ой, блин, Серега. Рано начал падать. Иди. Он упал, а ты через него. Ой, на него не падай, а? Подскажу, помоги. Нормально. Хоть 3 дня тренироваться нельзя.
минута. Прыгай, 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 и через него. Во! Рано еще стал падать. На опорной ноге. Прыг, 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 прыг. У меня захват, я сразу сделал. Нет, все равно ты далеко был. Там уже все сделано, а в этом не знаю, что мы будем. Стоп, Мате, Мате, Попович, посмотри на меня. Ты падал, посмотри, как ты руку ставишь. А там идет так, бросок и до конца, до конца. Не так, а вот так руку ставишь, чтобы она раз согнулась и все. Сора, Мате, так, вы соправились, боец, чинч. Уну, дой, три, патру, чинч, встали. Вы четвером, я считаю, 25 раз. 25 раз вы делаете им заднюю подножку. Значит так, ну не больше. Смотри. Значит, вы стоите, вы сделали заднюю подножку ему, смотришь, где свободный, он свободный, к нему бежишь, ему заднюю подножку, он свободный, к нему бежишь, он свободный, к нему, только не надо делать одному и тому же несколько раз. Только заднюю подножку. Только заднюю. Пошли ноги держите. Мальчики, отсюда вот так, вы упали, сразу встали, а вы цельникой, не просто гумом, головой. Это на скорость. Будьте аккуратны. Джим! Хоп! Стоп! Следующий. Нет. Я свободен, что будет делать. По кругу не делаем. Хоп, я свободен. Ноги шире, печали, печали. Свободен, я свободен. Еще тоже еще поняли. Отлично. Кто свободен? Кто свободен? Не могу писать. Что решили, да? Оп, 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 оп. Еще следующие секунды. Кто свободен? Того. Кто свободен? Кто бы не поднимать, Сережа, тяжело им падать. Чуть-чуть двигайся, походишь. Эй, не ходи. Осталось 3 секунды. 2. Оно. Скоро мате. Отдыхаем, потом баскинбат. Пошли вокруг ковра. Не надо садиться. Когда выходит сильный боец и выносливый, кто побеждает? Если сильный, то на первых минутах, минута две. Если не успел победить, значит, третий, четвертый, пятый, это уже выносливый. Был бойник такой, Дан Гейбл, американец, олимпийский чемпион, чемпион мира неоднократный. Ему мама 12 лет ковер подарила настоящий. Он после каждой тренировки бегал 10 километров. Он когда выходил бороться, у него не было коронных приемов. Он знал все нормально. И вот он начинал атаковать, дергал, проигрывал вначале там 4-5, отдохнули сели. Он дергал. И в конце приходилось так, что они уже через 3 минуты они уже мертвые были. Они уже сами ложились. Еще раз, борец обязан бегать кроссы. Есть 3 периода. Подготовительный, соревновательный доп. Период, компетиция, соревновательный период. И восстановительный. Восстановительный, когда вы лечите, залечиваете травмы, занимаетесь, что пошел, взял лодку и проплыл на Днестре, пошел в пеший поход. То есть
совсем другой физически, но другой. Подготовительные, кроссы, физподготовка, количество бросков. А соревновательные, вы уже не бегаете столько много кроссы, немного качаетесь, качка совсем другая. Уже борьба на ковре, одно, второе посещение других секций, и там борьба. И после этого вы боретесь. А у вас все, подготовительный период начинается с сентября. И тут одни соревнования, вторые, а вы все на подготовительный этап. Поэтому и часто травмы получаете. Поэтому потом, извините, наше детство с вашим нельзя сравнить. Я каждый день играл в футбол. Какой не был этот лентяй, я каждый день играл в футбол. Баскин-бас поменялись, патру боец вышли, молодые кидают, заднюю подножку делают. Приготовьте. Остались. А, Серега отдыхает. Я? Я не отдыхаю. Нет, становись. Так, молодежь, бегайте, кидайте. Гену, Сережу, Макса. Один остается. А? Приготовились. Сейчас Гену ждем, подождите, да, он девочке ответит. Гена, найди себе девочку, чтобы у нее папа был председателем колхоза. Эй, чтоб квартиру тебе подарил на свадьбу, блин. И ни хрена учиться не надо, блин. Женился, квартиру тебе, работу тебе сделали, квартиру на тебя прописали, потом можешь разводиться, блин. Ты уже, и все, блин, уже сказал, все, подруга, извини, блин. Какую-нибудь Зосю возьми там. Готовы? А, боец, встал. Смотрите, он бросил туда. Где свободен? Где боец? Джек! Хоп! Пошел. Бросайте. Вставай, Макс. Вот так. Хоп. Давайте, бросайте его. Серега, пас. Серега. Какой не Попович, еврейская фамилия. Макс, иди в сторону, блин, сейчас головой тюкнешься, блин. Ты в преподавской школе, Макс, учишься. Уйди в сторону. Раз, кидаем, одного нельзя. Осталось 10 секунд. Гена, ты еще ближе подойди, чтобы дырку сделать в этом дырянке. И последний поток. Опа! Матя, минута отдыха и поменяемся. Ой, лентяй, блин, Серёжа. Красивый лентяй. Даже не лентяй, правда, не лентяй. Как можно лентяй, если он так пашет? Я знаю одно, чем больше качаешь, ты ни хрена дома не делаешь. Ничего дома не делаешь. Посуду не моешь. У тебя одноразовая посуда, Серёжа? Двухразовая. Чуваки показывают, там кто? Два сына, муж, жена уехала. И у них целая гора посуды немытая. А, вру, не семья, студенты несколько человек. Вот такая гора посуды. Раньше не было одноразовых. Они в пакеты выбросили. Вот, пацаны. Так. Ой, Гена. Тебе бы только тренироваться, Гена. Две тренировки в день и не учиться. А сейчас французский выбрал. А французский, он, блин, он, наверное, ни слова не знает. Он французский у нас называет. Гена, как коровы мычат на французском? Все, давай. Отдохнули? Оп, встали, приготовились. Молодежь.